Всем приветики. Купил себе такой вот новый мультиметр. То есть это получается такая вот штука, как у меня. Ну, у меня сейчас такая. Такая вот штука. А я купил типа покруче. Вот, если это стоит вот это вот $10, например. Нет, даже не $10, $5. Вот эта штука стоит. То вот это где-то $12. Вот, и типа он более крутой, Робитон фирма, цифровой мультиметр, вот фирма Робитон, а модель Master DM900, вот, постоянное напряжение может измерять от 200 мВ до 1000 вольт, переменная от 200 мВ до 750 вольт, сопротивление 200 до 200, но в этом я что-то не особо шарю. Вот, тестирование диодов, потом постоянный ток от 2 мА до 20 ампер. Вот я из-за этого, типа, что он может выдержать 20 ампер. Ну, то есть, у меня есть этот, как его называют, блок питания вот такой вот, и типа у него 15 ампер. Если... Ну, то есть давать максимальную нагрузку на него, то этим я не смогу затестить. Он может максимум 10 ампер мерить. Ну, то есть я не смогу проверить, сколько он дает. А этим смогу, это 20 ампер выдерживает. То есть, ну, то есть если я тот присоединю сюда, и он выдаст 15 ампер, тот мультиметр сгорит. А этот нет, он выдержит и все покажет. Тут даже он больше может показать. Вот, я из-за этого брал, чтобы измерять такие мощные. Ну, если у меня она есть, я просто... И плюс то, что он может переменный ток измерять. То есть, постоянный ток у меня и тот измеряет, а переменный у меня тот не измеряет. А этот умеет и переменный еще ток измерять. Мерить емкость. Ну, я, в общем, брал из-за вот этого вот. Ну, а чтобы ампер побольше он мог измерять. То, что у меня блок питания есть мощный, а измерителя на такой мощность нет. А все это я в этом особо не шарю. Диоды, транзисторы, емкости, я в этом особо не шарю. Звуковой сигнал, есть подсветка. В общем-то, здесь должно все писаться. Звуковой сигнал, прозвонки, подсветка дисплея, кнопка включения, автоотключение, память данных. Вот так он спереди выглядит. Так он сбоку выглядит. Здесь какие-то расписаны его функции. Здесь ничего не расписано сверху, ничего, снизу ничего, а сзади... Удобный современный многофункциональный цифровой мультиметр для домашнего и профессионального использования. Устройство оснащено 3,5 разрядным жидкокристаллическим дисплеем с максимальным значением 1990. Перед использованием необходимо прочитать инструкции функции диапазона. Сохранение функции. Вот. Проверка целостности цепи со звуковой индикацией. Дополнительная возможность подсветка дисплея. Ну, это плюс. В смысле, можно это. Память данных. Тоже плюс. Ты можешь посмотреть, как у тебя было там где-то что-то. Кнопка включения. Автоотключение. Это тоже норм. То, что сам выключается. К примеру, если этот оставить в таком положении, то он так и будет лежать. До сих пор, пока не разрядится, наверное. А здесь еще он автоотключаться может. Индикация разряда батареи, защита от перегрузки. Вот это хорошо, что хоть какая-то защита есть, потому что у этого, по-моему, вообще никакой защиты нету. Если его перегрузить, то он сгорит. А этот, видимо, нет, раз есть защита. Вот, набор комплектации, набор щупов, элемент питания, инструкция по эксплуатации, изготовитель. Кто у нас изготовитель? Чэньчжоу. Ага, ясно. Китай. А импортер, ну, уже, собственно, не важно, кто импортер, главное, что Китай изготовляет. Но, тем не менее, если это Китай сделал, все на русском, и все правильно расписано. Так, открывается он, тут, я так понимаю, не откроется, снизу откроем. Так, вот он, снизу открываем. Так, что у нас там внутри? Все, больше ничего у нас внутри нету. Убираем коробку, она нам больше не нужна. В итоге у нас есть такой. Похож или не похож? Похож.
Похож. Похож, да. Так, у нас есть батарейка. Собственно, пакет нам не нужен. Без пакета получше смотрится. Вот оно такое все. Без пакетика получше. Так, щупы. Если на этом пакет был зажат и закрыт, типа, то на этом даже не зажат. Вот щупы, кстати, как-то попрофессиональнее выглядят. Или мои вот эти вот старые, на старом, который я сейчас покажу. Вот он. Такой маленький, тоненький. Или тут такой здоровый, толстый, прямо такой. Видно, что профессиональный. Здесь на моем ничего не написано. А нет, 1000 вольт написано. Вот. А на этом что написано, щупе? Категория 3, электробезопасность, 1000 вольт макс. Да. И здесь, по-моему, есть даже крышечки. О, и так приятненько снимается. Она так вот приятненько надевается, приятненько так снимается. С задержкой еще такой. И такой тоненький щуп. Блин, прикольно. А для чего вот эта выемка, непонятно. Так, держать типа и крышечка есть. Но в том я замотал вот изолентой, потому что оно так вот крутилось. И в итоге оторвалась. Надо, наверное, тут будет замотать. Потому что оно идет через эту вот штуку. Но оно в ней тоже крутится. Вот видно, что оно крутится. Вот я провод держу, а это по ней крутится. То есть, когда будешь часто крутить, оно так крутится, крутится. И в итоге провод, он как-то там, он держится за щуп внутри. И когда вот он крутится, крутится, перекручивается, в итоге он отрывается. У меня так случилось с одним из щипов. Здесь красный, а там черный. На черном он оторвался. Я туда всунул со всей силы. Сюда всунул. Там просто большие зазоры были. Здесь зазоров вообще нету. Всунул спичку, оно зафиксировало и замотало за лентой. Ну, вот так что тут тоже надо будет так сделать. Блин, тут еще и с этой стороны заглушечки. Блин, для чего ж это все круто? Сразу чувствуется качество. Вот. На каждом щупе есть крышечки, то есть ты попользовался и закрыл. На щупах, чтобы они не пылились, есть вот крышечки такие. Заглушки. Да чего же так круто вообще? Ну вот. Это максимально круто, конечно, такие вот щупы. Так, батарейка. Блин, я сильно много времени трачу. 8 минут прошло на то, чтобы я вот это вот все ерундой какой-то занимался. 9 вольт. Байшен какой-то. Так, что у нас тут везде есть? Так, мы откроем. Так, хотелось бы быстрее как-то, но я не знаю. Что-то я какой-то медленный. Так, а как его открыть? Вот сам это рабомастер, кнопка включения-выключения. Блин, как же здесь сложно, я вообще в этом не шарю. Ну, надо, в общем, поразбираться, почитать инструкцию. Сейчас это я, наверное, просто распакую, посмотрю. А потом буду тестировать то, что я так не пойму ничего. Так сразу мне нужно будет немножко вникнуть. То есть сразу так все. О, прикольно. То есть, сразу я так не пойму. Ну, то есть, мне что-то понять, нужно почитать, подумать там вот. Так, короче, открываем, я так понимаю, сюда, да? Хотя надо было инструкцию, конечно же, почитать. Или, может, для начала посмотреть, как он выглядит. Номер его какой-то. Болтик один, если разбирать, второй, третий. Здесь такие вот есть. Типа, выпирают, чтобы положил он на столе и не царапался. Здесь что пишется? Warning, the void shock remover. Короче, когда он подсоединен к сети, допустим, 220, не разбираться, не ковыряться в нем. Я так понимаю, здесь такое должно писать. Вот, сбоку. Такая штука. Ну, тут мы открыли, там внутри он что-то видно. Так, спереди вот оно все. А щупы присоединяются вот по этим штукам. Сюда присоединяется черный щуп, минус. А плюс в зависимости от того, что тебе надо. Надо
амперы сюда, надо сопротивление сюда. А обычные измерения, я так понимаю, все вот в этом режиме производятся. Или, ну, блин, в общем, надо читать. Здесь измеряются эти вот транзисторы, наверное, или диоды. Кнопка включения, выключения. В общем, надо читать. Здесь еще экран. Экран еще достается. Вот так вот достается экран. Там два гвоздика, здесь такая защелочка. Он еще таким еще, типа, здесь шагами так, типа, раз, 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 раз. То есть, чтобы тебе удобно было. Но самое интересное, что... Я не знаю, если его туда загнать полностью, я потом смогу его достать или нет. То есть, если я его загоню туда, как я его потом достану? Вот. Или он... Ого, давишь, и здесь появляется... Я не знаю, видно, не видно, как давишь. Идет такая чернота, типа вон, видно, по экрану чернота идет, то есть опасно давить. Блин, надо, короче, инструкцию читать. Так, ну, в общем, батареи. А в какую сторону ее вставлять, без разницы, что ли? Типа берем, здесь и не перепутаешь, здесь типа большой сюда, маленький сюда. Вставляем. Опа. Сломать бы новый все-таки, на него гарантия 3 месяца только. Ну, типа, такие приборчики, наверное, маленькие, блин. Что-то не хочет одеваться. О! Воткнулось так. Как вставить его? Блин. Он не хочет. Как же здесь максимально неудобно? А как вставить-то его? Алло. Ну, то есть, по идее... А, во, все. Все легко и просто. То есть, мы просто берем... Вставляем туда так вот, внутрь. Вот так вот. То я начал уже паниковать. И потом просто закрываем. Ну, здесь, кстати, удобно. А, блин. То, что можно батарейку вот так вот поменять. К примеру, здесь. Вот в этом, чтобы поменять батарейку, нужно разобрать вот эти вот два болта, выкрутить, поднять эту крышку и поставить туда батарейку. То есть, так вот сразу и не поменяешь ее. А здесь вот можно взять и поменять. Ну и, к примеру, вот включение, допустим, да. А что это за звук такой? Без батареи, кстати, такого звука не было. Не знаю, вам слышно? Какое-то такое, типа, шуршание до этого, как его... До того, как я вставил батарею, была тишина. Или может она просто цепляет что-то. И она показывает, типа, 20 на амперах стоит. Так, а если мне нужна, допустим, прозвонка, вот он, звуковой сигнал. Прикольно, я переключаю, она ставит туда точку, куда она переключает. И показывает, где она. То есть 20. Вот так. 200 вот так. Еще и подписывает, типа. Прикольно. Вот. Это должна быть прозвонка. Ну, ком, насколько я знаю, это черный порт. То есть ты ставишь черный в середину, он всегда здесь стоит. Вот мы ставим его туда. До конца. А красный мы ставим в эту. Так, сейчас я это все расплету. Вот черное знаю, мы ставим в середину, а красное туда, куда, в зависимости, нам надо это. Но я, правда, не знаю, где он должен звенеть. Но не на 20 амперах и не здесь. А что тут нарисовано? Я думаю, скорее всего, что здесь он должен стоять. Типа... Значит, кто туго входит, типа вот так должно он стоять. Здесь 20 ампер, здесь мили... миллиампер, что ли, или что-то такое. Так. Ну, а дальше. Как же он противно пищит и тихо. К примеру, вот здесь. Ну, во-первых, громко, во-вторых, так... Во-первых, громко пищит, и хорошо слышишь. Во-вторых, нет никаких вот этих вот тресков, вот это вот
А здесь, во-первых, как-то тихо, а во-вторых, вот это вот что такое непонятное. Ну вот вы послушайте это. Пищит, но с таким, оно так вот пищит. Не знаю, нормально ли это, или это какой-то косяк. Мне кажется, это вообще не норм. Вот это подсветка. О, вот это круто. Подсветка такая синяя. Вот это круто, то, что оно может так вот. То, что я могу вам так вот показывать. Измерение. Бывает, вот я когда на камеру что-то измеряю, допустим, покупаю какую-то штуку, я так вот ставлю, ну, получается, не понял. А, подсветка на время включается, то есть ты нажал, и оно загорелось на какое-то время, потихоньку гаснет. К примеру, я вот когда этим что-то измеряю, какой-то новый прибор, и вам хочу показать, также вот не видно особо измерений. И я так вот поднимаю его, чтобы вам видно было. То есть для вас он, то есть он лежит не так, а вот так приподнят он, то есть не так лежит, а вот так. Вот. А здесь его можно вот так приподнять, и это будет круто. То есть не так вот, а вот так. Как раз в камеру смотрит, это получается вот так. Блин, вот это круто. Подсветка мне нравится. Но звук, это просто уже... Я вот сжимаю их максимально. То есть, когда их только шевелишь ими, вот. И тут такое... И писк такой противный. Но когда их держишь хорошо и не шевелишь, тогда звук идет хороший. То есть, он настолько чувствительный, что любое шевеление дает звук такой неприятный. Вот не шевелишь, звук норм, но тихий. А вот двигаешь, и сразу такое шебуршание идет. Еще лампочка горит. Да, ну, в общем, и кнопка выключения есть. Опа, ну, то есть круто, ты можешь, не нужно, как здесь, постоянно двигать куда-то, раз включил, раз переключил. То есть, если ты постоянно измеряешь в каком-то диапазоне, допустим, ты 220 все время меряешь, можешь так и оставить, ну, вот здесь. Здесь надо вот так вот постоянно щелкать. А тут не надо, ты просто вот оставил, допустим, на прозвонке, включил, не надо, выключил. А не выключил, там, типа, есть автовыключение. Так, инструкция. Цифромой мультиметр. Вот он такой. А дальше. Блин, она большая. Она большая. Инструкция по эксплуатации. Защита от перегрузки. То есть перегрузка 220 вольт есть для диапазона такого-то и такого-то. В общем, надо читать. Здесь получается, как оно идет. Это 2-3 уже пошло. А где один там, типа, что-то? Гарантийный талон какой-то есть. Ну, как-то так идет, типа, я не понимаю. А где один? Вот это, что ли, один? Один, важная информация. Типа, важная информация. Выполняйте ниже следующее указание, чтобы избежать, да, поражения электрическим током. Потом идет... Одиничка заканчивается, идет два, типа здесь. Общие характеристики. Вот они. Потом пределы и точность измерений. Три. Потом идет 3-1. Постоянное напряжение. Потом идет следующая страница, типа уже 3-2. Ну, блин, точно китайская. Как-то не так. Хотя, если это все перегнуть, переменное напряжение, постоянный ток, переменный ток, емкость, прозвонка, сопротивление, проведение измерений. И так вот, типа, идет вот так оно. Постоянный ток, переменный ток.
режим сопротивления, емкость. Ну, вот такое вот все. Получается, первая страница. Вторая страница. Она даже подписана 1, 2, 3. И дальше вот сюда идут. Это уже следующая страница 6. И это следующая страница 7. Ну, а это гарантийный талон, типа. Вот, думаю, все понятно. Все более-менее понятно. Во, фокус пришел. Ну что ж, а на этом все, пожалуй. Буду такая вот распаковка. Буду читать инструкцию, тестировать. А потом покажу его уже в работе, когда все протестирую, все ознакомлюсь с инструкцией. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.